никто не успел посмотреть, да? DVD? Ну так, портатив, там всякие штуки. Но я думаю, в превью, вот в том, которое вышло у нас на песне «Проснись и пой», многие видели, как же все-таки замечательно у нас с вами получилось на этой песне сделать стены. Помним такое дело, да? Красиво. Прям вот по всем правилам в рок-движении. Следите за Максом, Макс не показывает. Следите за Максом, не раздавите Макса. Готовы? Как сила уединения, те, кто были по разным сторонам, обязательно будут вместе.